Год назад телекомпания «Видное ТВ» начала выпускать новую детскую передачу «Наше время». Корреспондентами и ведущими ее стали учащиеся школы номер 6. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья. А у нас рубрика «Мини-пешеход». А спустя некоторое время ребята решили снимать передачу о своей школе. Получив одобрение директора школы, оборудовали в одном из классов студию. Не в каждой школе есть своя телестудия, где дети работают, сами все делают. Вообще мы ее создавали для того, чтобы рассказать о своей школе. Хоть мы передачу снимаем четвером, но стараемся задействовать в своей программе всю школу. В школе, естественно, жизнь становится интереснее, ярче. Все студийцы взаимозаменяемы. Каждый учится быть и корреспондентом, и оператором, и монтажером. Главное, наверное, для школы, для ребят, которые это поддержали вместе со мной, это самореализация. Самореализация в жизни, в своих действиях, в своих желаниях и поступках. Сейчас ребята готовят предновогодний выпуск передачи. Он должен быть ярким и незабываемым. Всем привет! В эфире телепрограмма Six Life. И с вами снова я, ее ведущая, Евгения Васильева. Впереди у ребят большие планы. И даже те, кто в нынешнем году оканчивает школу, говорят, что не покинут свою телестудию. Ведь журналистика – это так интересно. Татьяна Брылова и Адамия, Видное ТВ.